Всем привет, с вами Дэм Архитект на канале NPC Games. В этом выпуске мы поговорим о таком самолете, как P-63A10 King Cobra. Рассмотрим основные принципы полетов на нем и поговорим о плюсах и минусах его в игре War Thunder. Начнем с главного недостатка этого самолета – вираж и все, что с ним связано. Данный недостаток не критичен, если запомнить самолеты, с которыми крутиться нам точно не стоит. Один из таких самолетов – Spitfire в любых модификациях. Также не стоит крутиться со 109-ми мессерами, вплоть до модификации G2. И главное, не крутиться с самолетами ОКБ Яковлева, по крайней мере, если у вас не полная прокачка. Если же вас угораздило дуэлиться с Яком, используйте мощность своего двигателя, чтобы навязать вертикальный вираж. Ни в коем случае не крутитесь по чистой горизонтали, старайтесь подвесить противника. Однако помните, что данные приемы будут эффективны только на топовой прокачке. Если вы оказались на хвосте у противника, который собрался пикировать, считайте, он уже ваш. Здесь мы пользуемся нашим главным преимуществом – скоростью. По скорости в пикировании King Cobra превосходит все самолеты на своем боевом рейтинге, чем я вам и советую активно пользоваться. Если вы чувствуете, что дуэль складывается не в вашу пользу, смело уходите вниз. В реалистичных боях скорость наступления флаттера у нашего самолета переваливает за 8 сотен км в час. Такое на нашем боевом рейтинге способно выдержать только Фока. Еще одно достоинство этого истребителя – мощное вооружение. Для начала у нас есть 4 крупнокалиберных пулемета М2 Браунинг, которые прекрасно поджигают другие летательные аппараты. Сильнее всего от их воздействия страдают японские и советские самолеты. Но наш главный козырь – огромная 37-миллиметровая пушка. У нее есть интересное свойство – превращать при попадании любой самолет во множество мелких обломков. У этой пушки есть одна беда – низкая скорость полета снаряда. Если вам кажется, что вы взяли достаточное упреждение – берите больше. В заключение хочу заметить, что при отсутствии опыта на этом самолете, для вас он будет бревном с кривой пушкой. Но если вы любите мощные двигатели, большие пушки и у вас за плечами есть какой-никакой опыт виртуальных полетов, королевская кобра придется вам по вкусу. Главное, помнить про запас высоты и скорости. Без них вы станете легкой добычей для более маневренных самолетов. Ну а с вами был DM Архитект на канале NPC Games. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи и пока.